25 июля. Расстроены гитары в этот день. Касание пальцев к струнам ненадежны. Но память возвращает к нам людей, которых встретить по-иному невозможно. Есть фотографии, есть песни и стихи, есть, слава Богу, видео и фильмы. Магнитофонно-пленочных стихий не обминул талант великий и всесильный. Он их собою одухотворил. Энергия таланта многоцветна, и если телу не хватило сил, то крылья памяти безвременно, конкретно отсеют, выберут и вновь преподнесут одну из жизнью пройденных спиралей на удивление, на элитарный суд. Ни годы, ни мгновения не спасут от встречи, радости с печалью. Живой водой искрящийся родник. Дай Бог нам всем до смерти пить живую воду. Ведь очень прост, кто истинно велик. И навсегда он в памяти народа. Проложите, проложите вы хоть туннель по дну реки. И без страха приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жердь через ручей. За посев ли, за покос ли нужно взяться поспеша, а прохлопав сами после, локти будете кусать, сами будете не рады утром вставши. Вот те раз, все мосты через преграды переброшены без нас. Так проложите, проложите хоть туннель по дну реки, но не забудьте, затупите ваши острые клыки.